Одной из самых важных потребностей при занятии творчеством является потребность поддержки. Поэтому присылайте свои работы к нам на почту, и мы с огромным удовольствием выложим их в наших группах. Отвечаем на самый часто задаваемый вопрос: где же можно приобрести этот стекломатериал? На самом деле в интернете существует большое количество предложений. Здесь самое главное — правильно ввести запрос в поисковике. Это эрклес, стеклянные глыбы или стеклоблоки. Мы благодарим вас за ваши классы и репосты нашего видео. И, как всегда, большое вам спасибо за то, что вы у нас есть.